Добрый день, в эфире новости Казно. С вами я, Назарьки Асхатказа. Сначала коротко о главном. Председатель правления ректор Казахского национального университета имени Альфа-Раби Жансуи Тимибаев провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом мексиканских Соединенных Штатов Республики Казахстан. Какие вопросы обсудили стороны? В честь 30-летия независимости страны в университете прошла международная научно-практическая конференция «Новая эра казахского народа». Какие вопросы поднимались на собрании? Каков план на будущее? Об этом подробнее через несколько минут. Председатель правления ректор казну имени Альфа Рабежанси Тимибаев провел встречу с делегацией во главе с чрезвычайным и полномочным послом мексиканских Соединенных Штатов Республики Казахстан Хосе Луис Мартинес Эрнандес. В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего взаимодействия вузов с целью обмена опытом и развития высшего образования и науки двух стран. Также были рассмотрены вопросы научно-образовательной сферы. Жанси Тюмебаев проинформировал Хосе Луис Эрнандес об опыте университета зарубежными вузами. По его словам, на сегодняшний день подписано свыше 400 международных соглашений о сотрудничестве с ведущими вузами мира, в рамках которых успешно реализуются различные учебно-образовательные программы и научно-инновационные проекты. Кроме того, ректор университета подробно остановился на сотрудничестве казну с вузами Мексики проводится обмен студентами, стажировкой преподавателей. Активно привлекаем ведущих ученых для читания лекций и осуществления научного руководства. Мы хотим развивать наши научно-образовательные связи с мексиканскими вузами. Ярким примером является сотрудничество с национальным Автономного университета Мексики. Хосе Луис Эрнандес подробно проинформировал ректора университета с работы Национального автономного университета Мексики. По его словам, их учебные заведения характеризуют три основных направления. Это образование, исследование и распространение культуры. Также в ходе беседы послу Мексиканских Соединенных Штатов в Казахстане выдвинул предложение привести книгу Минимальная история Мексики, которая состоит из 150 страниц на казахский язык. С помощью данного издания казахстанцы могут познакомиться и побольше узнать об истории Мексики. Кроме того, он отметил, что хочет организовать встречу ректора казно имени Альфараби с ректором Мадридского автономного университета. Их знакомство поможет еще больше укрепить и развивать двусторонние отношения, считает Хосе Луис Эрнандес. Я сам являюсь выпускником «Альма-Матера». Для нас было бы очень важно, если директор Мадридского автономного университета посетил Казахстан. Потому что мадридский филиал для нас как основное посольство нашего университета в мире. Офисы у нас имеются по всему миру – в Лондоне, Шанхае, Канаде, США. А самый большой и главный – это Мадридский университет. И там же возглавляет очень сильный директор. Поэтому мы хотели, чтобы именно он посетил ваш университет и познакомился лично с ректором Казну. В завершение встречи Хосе Луис Мартинес Эрнандес подчеркнул своевременность и важность поддержания контактов для углубления партнерства. Кроме того, отметил готовность к организации дальнейшей работы по совместным проектам. В свою очередь, Жан Тюмебаев поблагодарил почетных гостей за визит и вручил книгу Фараби. В честь 30-летия независимости страны в Казахском национальном университете имени Аль-Фараби прошла международная научно-практическая конференция ⁇ Новая эра казахского народа ⁇ Цель мероприятия ⁇ рассмотрение роли и места Республики Казахстан в мировом сообществе в аспекте изучения процесса формирования внешнеполитических отношений. Основной акцент на конференции был сделан историческим событием и лицам, внесшим вклад в обретение страной суверенитета. В конференции приняли участие государственные и общественные деятели, депутаты Сената и мажилиса Республики Казахстан, представители Акимата, города Алматы и общественных организаций, ученые-историки и эксперты. Открывая мероприятие, поздравительное письмо председателя Сената парламента Республики Казахстан Маулина Ашимбаева зачитал депутат Сената парламента Республики Казахстан, председатель Комитета по социально-культурному развитию и науке Мурат Бахтиарула. Мероприятия посвященные тридцатилетию должны принести людям духовный прорыв. Наша главная цель привить гражданам, особенно молодежи, чувство патриотизма. В этой связи международная научно-практическая конференция «Новая эра казахского народа» имеет важное значение. Также были зачитаны поздравительные письма председателя Мажилиса парламента Республики Казахстан Нурлана Нигматулина, министра образования и науки Асхата Эмагамбетова и Акима Гурда Алматы Багичана Сагинтаева. Кроме того, на конференции в онлайн-формате выступила депутат Мажилиса парламента Республики Казахстан Жилда Сулейменова. По итогам совещания ученые отметили, что конференция придаст новый импульс изучению истории независимого Казахстана на мировом уровне. Материалы конференции, где была изучена новая эра казахского народа в дальнейшем будут объединены в специальный сборник, который будет представлен историкам, молодым ученым и студентам. В Казахском национальном университете имени Альфараби, депутат Мажелиса парламента Республики Казахстан, лауреат Государственной премии, доктор филологических наук, профессор Саутбек Абдрахманов выступил с лидерской лекцией на тему журналист ЧГ. Мероприятие было организовано в рамках 70-летнего юбилея мастера Пера. Вниманию собравшихся была представлена фотовыставка Саутбек Абдрахманов «Дети. Журналист-редактор», посвященная творчеству талантливого писателя. В нем были представлены книги автора, изданные в разные годы, творческие и исследовательские работы, рассказывающие о его деятельности. Саутбек Абдрахманов с высокой честью и с особой ответственностью выполнял свою деятельность, в какой бы сфере он ни трудился. Его оперативные репортажи и познавательные интервью он доказали, что он универсал. Труды писателя, писатели, такие как Абаз Абеш, Наш Пушкин, Тультума Ментильтума, Перевод поэзии и поэзии перевода, Таульсиздык Жресе, Адамзат Кунтузбесе, стали золотым сокровищем казахской литературы. В ходе мероприятия общественность деятель Саутбек Абдрахманов обратил внимание на проблемные вопросы, которые концептуально переосмысливают ответственность журналистов перед обществом, подготовку молодых специалистов пришло время, когда понятие гражданской журналистики стало все более актуальным, когда любой человек может наравне с журналистом написать и опубликовать материал по любому вопросу, когда каждый гражданин может снять на свой смартфон видео и распространить его. Теперь ответственность, возложенная на журналистов, возрастает в разы. Требования обучения блогерской журналистики также должно приветствоваться. Другого выхода нет. Профессия журналиста счастливая профессия. Я не отступаю от своего мнения. Эта деятельность дает очень много возможностей для совершенствования и личностного роста человека. Благодаря своей профессии я побывал во многих уголках нашей страны и познакомился с разными людьми. В завершение лекции Саутбек Абдрахманов ответил на вопросы преподавателей и студентов. Поделился своим многолетним опытом. На этом наш выпуск подошел к концу. Берегите себя. Всего доброго.